Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу сделать обзор на повторный заказ из каталога номер 13 праздничного каталога. Вот этот каталог, посвященному 20-летию Avon в Украине. Праздничный каталог, который действовал у нас 4 недели, продленное действие каталога. И очень был выгодный каталог по предложениям в самом каталоге. То есть по хорошим ценам были представлены многие товары, и Avon расщедрился, конечно же, на очень хорошие призы, которые было очень легко получить. Нужно было сделать заказ на 200 гривен минимально из каталога из 25 первых страниц и получить какой-то подарок за 10 гривен, ну, на выбор Avon. Я считаю, что это очень щедрое предложение. За каждые 200 гривен вы имели возможность получить какой-нибудь приз. Значит, я в прошлый раз уже показывала вам свои призы. У меня было 4 приза, и очень-очень хорошие все призы мне попались. В этот раз я не могла не воспользоваться этим таким предложением, приятным для себя, и не сделать второй заказ. Тем более, что клиентка мне подкинула небольшой заказик, и я взяла очень много продукции на продажу, чтобы получить призы. Значит, что я взяла? Я взяла 3 аромата Incandescence. Сегодня у меня очень быстренький обзор, потому что очень спешу, девочки, раздавать заказы. Так, 3 аромата Incandescence. Следующее, что было, это 2 аромата Individual Blue. И еще один аромат Individual Blue Free. Со всеми этими ароматами, скорее всего, вы уже давным-давно знакомы, так что не буду еще раз повторять, о чем эти ароматы. Также из парфюмерии было 2 туалетных водички Pour Blanc Blush, которая появилась в каталогах относительно недавно. Снова вернули ее в каталоге, потому что и снимали ее уже опять, и опять вернули. Но немножко с измененной формулой и пирамидкой. Так, еще у меня был в заказе вот такой ароматик Imari. Классический аромат, не всем понравится. Очень на любителя, но есть такие любители. Как видите, в моих заказах он довольно-таки часто повторяется. Так, из парфюмерии это все. Дальше у меня клиентка заказала вот такой большой шампунчик, который тоже входил в число тех страничек, которые участвуют в акции, между прочим. Этот шампунь 400 мл из серии Advanced Techniques «Драгоценные масла». Значит, цена за 400 мл в каталоге была представлена такая, как за 250. То есть очень выгодное предложение. И я расхвалила этот шампунь своей клиентке, потому что сейчас сама им пользуюсь, ну и клиентка заказала. Посмотрим, какие будут отзывы. Так, следующее, что было, это 2 геля для душа Senses. Это у нас аромат тайны. Знаменитый гель для душа со знаменитым ароматом. Очень нежный розовый такой запах, приятный. Что же говорить, отличные гели. Ну и вот с этим гелем мужским получилось, как всегда, не особенно приятно. Я заказывала бразильский водопад. Очень я хотела этот гель заказать для себя, потому что очень его хвалили за запах приятный. Ну и его, скорее всего, не было на складе, и мне его заменили, не спросив меня об этом. Вот это мне в Avon очень-очень не нравится. Почему сразу при заказе не было показано, что этого геля нет, я просто бы отказалась от покупки. А так мне дали совсем другой, абсолютно, который я уже знаю, что это за гель. Тоже хороший, но это не то, что я хотела. Так, следующих было 4 спрея с линейки Naturals. Лосьоны спрей для тела увлажняющие. Это пионы маракуя, один из самых популярных, которые у меня заказывают. Гранат и манго, тоже классненький запах, приятный. Цветущую сакуру, вот, кстати, заказали, но мне, если честно, этот аромат очень даже нравится, потому что он какой-то пудрово-кремовый. Мне такие запахи нравятся, довольно-таки глубокий, стойкий.
Так, и вот этот еще спрейчик был в заказе. Это у нас голубика и орхидея. Тоже классный, сладковатый такой ароматик. На зиму прекрасно, мне кажется, будет. Так, все, это по таким крупным, значит, заказикам. Теперь, значит, клиентка заказала себе тушь Супершок в черном цвете. Тоже бестселлер уже компании Avon. Очень хорошие туши, тут 10 миллилитров, довольно-таки черный хороший оттенок. Единственное, что они быстренько подсыхают, 2 месяца, и уже тушь засыхает, если вы ей не пользуетесь. Так, еще клиентка заказала себе крем-пудру, компактная крем-пудра и Avon True. Значит, это у нас IQ технологии, обновленная, кстати, это крем-пудра, уже заляпанная какая-то. Вот, я в прошлом своем заказе по этому каталогу заказывала себе 2 новых тональных крема. И, ну, как вам сказать, я сейчас ими пользуюсь, я пробую их, пока еще у меня какой-то определенного какого-то такого мнения, да или нет, у меня еще пока нет. Но вот клиентка заказала эту крем-пудру, и мне что-то очень даже захотелось такую же самую. Почему? Да потому что мне кажется, что крем-пудра для сухой кожи будет лучше, чем просто тональный крем. Вот так она выглядит. Это один из самых темных оттенков в оттенке беж. По-моему, сейчас посмотрим. Natural Beige. С моим прекрасным английским, который я никогда не учила. Вот этот оттенок. Значит, это один из самых темных оттенков. Тут мало продукта, всего 6, всего 9 грамм. По сравнению с тональным кремом, которого там 30 миллиграмм. То продуктика, конечно, этого у нас мало. Но, не знаю, мне кажется, что мне тоже должен подойти такой продукт. Надо будет попробовать. Ну и при заказе любого нового тонального средства с IQ технологиями была возможность клиентке заказать корректирующий карандашик. И она, конечно же, воспользовалась этим предложением. Была хорошая цена на этот карандаш. В оттенке она заказала Natural Light. Ну, в общем, это оттенок потемней, потому что она выбрала самую темную тональную крем-пудру. И этот корректирующий карандашик тоже и с оттеночком потемнее. Так, ну это тоже будет видно. Она мне расскажет, как ей. У нее тоже сухая кожа. Интересно, подойдет он ей или нет. Так, следующее, что у меня было в заказе, это были 2 карандаша для глаз. Один я заказала клиентке, а второй заказала для себя. Клиентка хотела синий карандаш, и на карандаши для глаз были неплохие цены. Значит, она заказала оттенок Starry Night. Просто синий, по-моему, он называется. Ну, знаете, девочки, если честно, для меня он не просто синий, он какой-то темно-синий. Я думала, что он будет поярче, конечно. Тут он выглядит как бы синий, да, но в стике, тут, кстати, показано, что есть небольшой шиммер. В стике он очень темно-синий. Ну, карандашики эти, конечно, классные, делают хорошие стрелки, не размазываются стрелки очень долго. Стойкие, очень стойкие стрелки получаются. В общем, хорошие карандаши, автоматические эти именно не требуют того, чтобы их подтачивать из линейки Avon True. Хорошие были цены на карандаши. Значит, для себя я заказала тоже из этой линейки Avon True, но в оттенке какой-то новый мне показалось оттенок. Океанские глубины, по-моему, назывался. Ну вот по-английски, конечно же, я прочитать нормально не могу. Ну и камера у меня не фокусирует. Да, ладно, не будем морочить голову. Вот такой красивейший оттенок. Оттенок морской волны. Очень насыщенный, красивый цвет. Он и не бирюзовый, и не зеленый. Без шиммера. Сейчас покажу вам, как он красиво рисует стрелочку. Стрелки яркие, насыщенные и очень-очень стойкие. В общем, карандаши эти суперские. У меня есть много разных карандашей этих оттенков. И когда появляется новый оттенок, я всегда стараюсь себе приобрести.
Ну, почему-то Avon все время вводит новые оттенки и выводит неожиданно старые, некоторыми людьми очень даже любимые. У меня есть один любимейший карандаш, который вывели, и который я не могу сейчас в Avon ничем заменить. Нужно будет искать где-то в другом месте. Значит, так, это у нас по заказам, наверное, все, девочки. Теперь покажу с большим удовольствием те призы, которые мне пришли за заказы. Значит, первый мой приз, это был вот такой карандаш из профессиональной линейки. Карандаши эти, которые требуют подтачивания. С одной стороны у нас есть резиновый спонжик такой, который позволяет растушевать стрелку и сделать smokey eyes. И с другой стороны сам карандаш, соответственно, мне пришел в оттенке Deep Plum. То есть что-то там, извините, Deep Violet. Значит, какой-то фиолетовый там, девочки, не знаю, как это переводится. В общем, оттенок очень красивый. Буду, конечно же, пользоваться такой темно-темно-фиолетовый, но не яркий. Не яркий, видите, он немного крошится. Да, смотрите, обратите внимание, карандаш крошится. И получается неравномерный цвет. Вот это плохо, конечно. Да, посмотрим, как вот, может он разрисуется, может не разрисуется. Но мне это уже не нравится, потому что неравномерный цвет, и стрелка будет выглядеть неаккуратно и не получится четкой. Но, тем не менее, спасибо Avon за подарок. Так, следующее, что у меня было, это карандаш для губ. Никогда такой продукт я еще не пробовала. Не знаю почему. Вот так он выглядит. И Avon очень угадал с оттенком. Мне пришел такой бордовый, коричнево-красный такой оттенок. Ну вот, соответственно, как мои ногти сейчас, да. Спелая черешня, я бы назвала цвет. Но цвет называется Plum Perfect. То есть что-то со сливой там связанное. Вот такой красивейший карандаш, такой бордового цвета, темно-коричнево-бордовый. Очень приятно наносится. Как видите, есть небольшой-небольшой такой отблеск и немножечко даже шиммер, чуть-чуть. Но цвет обалденный, такие цвета мне идут темные, очень хорошо подчеркивает форму губ. Я пробовала им пользоваться, и он, кстати, на губах с такого вот мягенького и как бы влажного превращается в более сухой продукт, и получается как такая матовая, немножко как матовый финиш. Короче, классный карандаш, очень благодарна Avon'у. Так, следующее, что у меня было, это был лак для ногтей из линейки Gель Shine, ой, Gel Finish, извините. Так, в оттеночке, вот таком красивом, называется он у нас Snow Star, Снежная Королева. Очень красивый оттенок, металлический такой, серо-голубого оттенка. Бесподобно, смотрится очень мелкий шиммер. Хорошие эти лаки, довольно-таки хорошо держатся. Именно на мне, если честно, девочки, очень плохо держатся лаки. Но вот металлизированные вот такие вот лаки хорошо держатся на мне. Но это, конечно, особенности каждого организма, скажем так. И следующих два подарка. Это два оттенка помады из серии «Совершенство», которые вы вывели уже из каталога. Возможно, навсегда, возможно, на некоторое время. Очень жаль, потому что помады очень хорошего качества. Ухаживающие, увлажняющие, полупрозрачного оттенка. Они не дают сильно такие плотные текстуры. Вот такие розовые, помните, если вы были в каталогах, колпачочки. Упаковочки с прозрачным розовым колпачком, извините. Значит, два оттенка мне пришло. Pink Renewal. Извините за мой английский. В общем, это очень светлый оттенок. У меня есть такой оттенок, я себе когда-то заказывала. Значит, для меня это очень неудачный оттенок, потому что он очень-очень светлый. Он очень светлый, выбеливает губы. У меня губы, во-первых, крупные, во-вторых, очень пигментированные, то есть темный оттенок губ свой. И получается так, что из-под помады просвечиваются мои красные губы, и поэтому мне этот цвет вообще не подошел. Я его смешиваю с более темными активными оттенками и получаю свой какой-то оттенок. Но, тем не менее, я им пользуюсь.
очень хорошей помады для ухода для губ, потому что они действительно ухаживающие, питательные какие-то, увлажняющие. И следующий оттенок это у нас Berry Ruby. Скорее всего, что-то там с рубином связано, потому что помада выглядит такая красная, красивая помада. Я у девочек видела в отзывах на YouTube, что помада очень красивого оттенка. Я, конечно, очень рада, что она мне попалась. Я еще ее не открываю, потому что у меня очень много помад. Вот, но думаю, что буду пользоваться. Эту, возможно, кому-то подарю. Для девочек с более мелкими, маленькими губками, я думаю, будет нормально. В общем, очень я благодарна Avon за возможность получить такое количество призов. Очень щедрый был Avon, компания Avon в этот раз, потому что еще что было? Можно было в текущем каталоге заказать подарок и его же получить. А всегда бывает как, нужно заказывать в этом каталоге, и в следующем каталоге у вас есть возможность получить свой подарок. Значит, очень щедрая предложение, и я думаю, очень многие воспользовались им, в том числе и я. Значит, все, девчонки, спасибо большое вам за то, что посмотрели мое видео. В этот раз оно, слава богу, коротенькое получилось. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.